Во многом жизнь и здоровье малышей зависит от того, соблюдают ли их родители правила дорожного движения, а именно используют ли специальные удерживающие устройства. Сотрудники госавтоинспекции по Ленинскому городскому округу регулярно проводят рейд «Детское кресло». На этот раз он прошел на улице Березовой, вблизи которой находятся детские сады и школы. У нас сегодня проводится мероприятие «Детское кресло». Вот видим у вас ребенок. Руки по правилам дорожного движения. Вот, вручаем вам напоминание, памятку, чтобы не забывали никак пристегивать. И так вот зовем. Основная цель мероприятия – снижение количества и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с детьми и пассажирами. Именно поэтому особое внимание инспекторов на наличие в машине удерживающих устройств и ремней безопасности. До 7 лет наши дети перевозятся в специальном детском удерживающем устройстве. Кресло детское, система Isofix, жесткого крепления. Можно устанавливать на переднее пассажирское сиденье. Дети старше 7 лет могут перевозиться в специальных детских удерживающих устройствах сзади. А дети постарше, ну, где-то лет с 12, наверное, у нас перевозятся в бустерах. Инспекторы проверили наличие автокресел и их правильную установку в салоне автомобиля и исправную фиксацию ремня безопасности. Помимо устной разъяснительной работы, сотрудники госавтоинспекции вручили водителям буклеты с полезной информацией, а юным пассажирам – игрушки. Выбирай, какой тебе нравится? Вот этот нравится? За время проведения рейда было проверено более 30 транспортных средств и выявлено 2 нарушения по перевозке детей. Размер штрафа в таком случае составляет 3000 рублей. Пристегивайтесь в другой раз, не надо девушку подставлять. Вот не надо отстегиваться, пока вы едете. Подобные профилактические проверки соблюдения правил перевозки несовершеннолетних сотрудники госавтоинспекции проводят на постоянной основе. В этом году на территории Ленинского округа не было ни одного дорожно-транспортного происшествия с участием детей, которые бы передвигались без специальных удерживающих устройств. Это говорит о том, что такие рейды действительно помогают. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.